Добрый день, уважаемые зрители, гости моего канала, подписчики, друзья. Хотел бы обсудить с вами такую вот тему, как Шарий хочет признания того, что Национальный корпус является террористической организацией. Ну, признают и Национальный корпус террористической организацией. И что? Переименуют, распустят эту организацию, назовут другим названием, и будет дальше существовать эта организация. Какие санкции могут предъявить именно этим людям? Да даже тому самому государству. Еще при Януковиче, когда Тимошенко сидела в тюрьме, все высказывались в защиту Тимошенко в ЕС, там большие лидеры там различные, уже не буду даже вспоминать их имена. И что? Что Янукович от этого? Так и Зеленскому. Ну, столько тех евродепутатов, которые подписались за Шария. Ну, пусть десяток, пусть 12. И что? Ничего это ни на что не повлияет. Это специально сценки разыгрываются для зрителей, для поклонников, для адептов этой партии. Такое мое субъективное мнение. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, высказывайте свое мнение в комментариях. Всем благополучного дня.